Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха... Вот же срань! Больно! Это ты называешь вполне комфортной температурой? Похоже, внутри цеха установилась критически высокая температура. Да неужели? Вероятно, термонагреватели из-за сбоев пошли в разнос. Жарковато стоит. Пока не кипят, цех будет заполнен раскаленным воздухом. Ясно. Где-то должна быть бойлерная. После восстановления температурного режима колбы наполняются автоматически. Да ёб ты. Трафик виноват. Паркур. Ура! Внимание! Всем сотрудникам, получившим повестку, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Неявка по любой причине. Ну хоть здесь все просто. Пора возвращаться, пока это какая-нибудь хрень не началась. Жарко. Жарко ему. К нам на Урал приезжай. До Соливара поработай хоть на полставочки, ядри твою качай. Вот где заходи. Товарищ майор. Тебе есть что сказать по делу? Разве я в чем-то виноват перед вами? Еще один. Почему вы срываете на мне зло? Извини. Твоей вины нет, я на себя злюсь. Из-за чего? Не вы убили Петрова. Его убило его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым, а не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца, сколько себя помню. А я его подвел. А сколько вы себя помните, товарищ майор? Ну, года два... Может, чуть больше. После крайнего ранения я вообще мало что помню. Но я и до ранения его знал. Он мне вместо отца. Я в этом абсолютно уверен. Не спорю. Но нельзя же злиться на себя за то, в чем нет твоей вины. Конечно, есть. А помочь? Я подвел Дмитрия Сергеевича в трудную минуту, когда он на меня рассчитывал. Теперь мне хреново от того, что он мною недоволен. Ну, как раз за это можно было бы не переживать. Это обычная ситуация. В смысле? В прямом. Академик Сеченов вечно всем недоволен. Ему не угодишь, как ни старайся. Его перфекционизм общеизвестен. Окружающие его... Да ну,
Это полная херня. Нейрополимерные перчатки не умеют обманывать, не так? Ну, да. Дайте человека. Вот цветочек. Такие заросли, словно тут лет 10 никого не было. Может быть, это сбой в системе гравитационной модуляции или излишняя подача полимерных удобрений? Рост стал неуправляем и избыточен. Тебе своими сидит, жалуется. Твою мать, откуда взялись такие монстры? Это трупы погибших солдат, зараженные ростками побега. Но это не точно. Не точно? Серьезно? Это мое личное предположение. Раньше такого никогда не случалось. Охренеть. Как это произошло? Полагаю, после устроенного Петром сбоя побеги мутировали по неизвестным причинам. И мне это дело, Кирюх, брось. Мы крокот... Вот, совсем другое дело. Расцвела наша красавица. Начался процесс фотосинтеза. Состояние дерева друг. Быстро улучшается. Давай, мы Опа-на. Не трудностей не боимся, Кирюха. Там хоть меч, хоть вулкан прыгнет. Так что давай, брат, не ной. Еще Крики один клиент. А кто ноет? Тот говна не стоит. Часики. Где же эта колба? Язычком машет. Слышал, что они там в проращивании вырастили? Да говорят, то ли венерина мухоловка, то ли борщевик огромный. Я так и не понял ничего. А никто не понял. Мелкий генетический сбой и стало не растение, а чуть ли не хищная тварь. Они там из-за этого притащили целую цистерну ПА-400. Нет бы сразу зарубить на корню. Да играются они там. Да играются. Да, главное, опрыскивать вовремя. Пришел. Ну, опять. Вон, три друга. Четыре уже. Живым не дамся. Не ори. Он опять отдыхает за столом. Отдых. Ты хрен эту колбу найдешь еще.
когда сгорел на работе. Еще два. Замолчик. Да ёпты мог. Блядь. Ёпты. Блядь, замок. Слава тебе, Господи. Кто придумал эту хрень? Опа-на, что такое? Что там за шарик бегает? Черт, ежиха взбесилась. Сейчас от часу не легче. Ежиха. Обычно это безобидный геологогидезический робот. Не в этом случае, я так особенно понимаю. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Ладно, пошли искать колбу. Хоть двери в цех теперь искать не придется. Можно сразу через окно пролезть. И где она может быть, эта колба? Установка выдачи люминесцентного полимера размещена на одной из этих платформ. Поищем. Этих платформ. О, друг. Вовчик бежит нам на помощь, наверное, да, Вовчик? Вовчик! Это Вовчика отреставрируем. Понимаю, скоро ежиха к нам придет в гости. Еще один Вовчик. На. Левой, правой. По копчику. Будем делать паркур. Какие машинчики. Понимаю, колба, да? Черт, здесь нет колб. Ага. Наверняка ее можно найти где-нибудь поближе. Установку нашли. Теперь ищем сраную колбу. Это что за караси тут? Когда словил много карасей, а судочка нету. Ну и где-то колба сланая. Ку-ку. Где снизу вверху? О, вот это. О, застрял. Рафик, ты ли это? Рафик. Оп, оп. Рафик обиделся.
Раз, не бушуй. Наверху, наверное, там где-то зеленый горит. И что это такое? Это что за? Робот-пылесос. Напоминаем, перед прохождением ежегодного медицинского обследования от предприятия номер 3826 надлежит заполнить форму ЕДД КД1 и форму ЭДК ФА2. Звука сейчас заведем. Нема ключей звука. Она. Да ёб тебя, испугал. Купайся. Такая колба подойдет? Судя по форме и диаметру, да. Слава тебе. Паркурчик. Там, чтоб я жив, а по России они вышла сейчас. Колба присоединена. Запущен процесс синтеза люминесцентного полимера. До заполнения осталось 35 дней. Ежика. 35? Отлично. Я тогда позже зайду. Процесс синтеза можно ускорить. Это радует. Как именно? Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервуарах, насыщают вещество анаэробными бактериями. Этот процесс происходит с заданной скоростью. Если скорость возрастет, процесс ускорится? Где пульт управления? Его нет. В нормальных условиях скорость процесса не варьируется. Но удар шока способен подать на их электромоторы повышенное напряжение. Осталось найти эти электромоторы. Их хреново туча, этих хреновых моторов. Ну и что? Это наш синтез. Санкционированное распространение конфиденциальных данных сотруднику номер 403267А немедленно явиться на внеочередную проверку в отдел социального контроля. Хай, хай.
понимаю. Как-то добраться. Надо быть осторожным. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист? Работа так. Последнее село. На дискотеку. Миксер заработал. Сработало. Как красиво бассейн засветился. Обращаю ваше внимание. Нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Черт, снова пчел! Стоять! Я не дам.
Что это за пиздец? Она поехала дальше, теперь пешком. До заполнения осталось 10 дней. По желточке, как курочка. Уже лучше. До заполнения осталось 5 дней. Спешим, спешим, бежим, бежим. Бы не завалиться бы. Попрушный, конечно, завалился. Четыре штуки осталось. Едешь, дальше будешь, как говорится. Ой, блядство, дальше. Давай. До заполнения осталось один день. Осталось ускорить последний электромотор. Осталось остаться без патронов для большего комфорта. Тут все потемнело, как на ночь. Сейчас ежиха прибежит и все. Нам будет попка. До заполнения осталось 10 секунд. Так-то лучше. Кругом приятная глазу иллюминация и милые сердцу пчелы. Романтик. Вот это я прыгну. Прыгну. Мешает, мешает. Вот туда. Вот она. Что-то заполняется. Можно я сначала спущусь? Как-нибудь в другой раз. Где здесь выход? Внизу имеются ворота, ведущие к лифтовым кабинам. Ворота имеются. 2000, блядь, 3000 показывают. О, Рафик. Ты ли это? Не-не-не, куда это ты? Что с тобой не так? Да фиг. Пошли. До ворот. Идешь? Что ты ко мне жопой стал? Ах ты ж. Глаза твои хитрые. Да фиг. Пошли. Это ворота чешу. Темень такая. Так,
Вот они. Надо как-то влезть под самый потолок. Угу. Как влезть? Тачку дать. Опа, опа. Ну и что? Вот они. Да сильно еще опасно. Это потолок вот 10. А, вот это. Блин. А это что такое за клубочек? Опа-на. Это что, лифт? Куда этот лифт идет? Так понимаю, нам надо в лифте ехать, да? Сим-сим, откройся. 102. Поехали. Товарищ майор. Вы уже обнаружили доктора Филатову? Это ту, которая помогла предателю Петрову убить сотни людей? Не, жива она еще, ползает где-то здесь. Особо обращаю ваше внимание на то, что доктор Филатова не должна пострадать. В случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту. Что? Спасать твари, за которой тут кровище по колено? Какого хрена? Приехали. Открывай. Предатель Петров использовал Филатову в темную. Она не догадывалась о его истинных намерениях. Нет, я имею в виду степень кровожадности этого маньяка-убийцы. Степень ее вины должен установить Помогите. Суд. Немного ли чести? Дайте. Вполне достаточно. Доктор Филатова известный нейрохирург экстракласса. Именно ей академик Сеченов поручил руководить исследованиями в области сочетания людей и роботов в едином коллективе. Она не должна пострадать. Не вам все понятно, товарищ майор? Учту. Как ты задолбала. Чего ты не хочешь всовываться? Побухать и все. Засияло деревце. Красиво излучает. Глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. Угу. Теперь куда перейти энергии? Я вас спасу. Мы должны жить. Какая-то хрень бежит. Досадно вышло. Никто об этом не мечтал. Мечтали о звездах, светлом будущем. Лежу тут который день, только об этом и думаю. Нападение роботов случилось давно? Признаться, время я ощущаю слабо, но должно быть давно. Не один день прошел, это точно. Как ты в коридоре оказался? Меня первым прибило. Лаборант номер 42. Я в обеденный перерыв за кофе пошел.
а лаборант меня вдруг за шею. Я и хрустнул. Прямо тут. Результаты генетического анализа не являются официальными и не имеют юридической силы. Повторные исследования в течение недели проводятся в 10%. Как ты в коридоре? Я оказался. Досадно, но мне надо идти. Прощай, друг. Еще одна лежит. Еще. Кто-то баррикадировался туда. Вот, хранение. Сохранение данных. Элеонора, выходи. Опа, так вот, да, ты, я сейчас дам тебе. Это еще что за дрянь? Это что такое? Это росток побега. Что еще за побег? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. Вон и коровка стоит. Если побег там кого-то жрет. Да, блядь, дай пролистай. Вот зараза, застрял. Тут курочка. Зернышки. Вниманию сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Повторяю. Вниманию сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Курица-убийца? Просто прелестно. Да. Курица-убийца. Когда-ка закончилось зерно. Заколебались между друзьями. Лучше не привлекать внимание. Мы его уже... Опа-на. А ну, если мы отойдем. Коровку кушали, да? Ай-яй-яй-яй. Бедная коровка. Я вас раскрывать не буду. О, спасатель, наконец-то! Мне не поможете, но тут есть выжившие. Не скажу, чтобы сильно торопились. Это еще не спасатель. Я скорее авангард. Да что такое? По моим прикидкам, уже куча времени прошло, а ни тревоги, ни армии. А вы видели, как все начиналось? Можете описать? Не хотел бы, но могу. Машины не сразу напали. Они сначала разбрелись, чтобы ударить в один миг. Я еще сразу заподозрил, когда роботы-лаборанты вошли в кабинеты и встали за спину сотрудников. Большинство умерли прямо там, где работали. Жутко было даже не то, как они всех убивать начали, а как они медленно разбредались и шли к людям. Словно на физкультуре, когда говорят разбиться на пары.
Давно вы погибли? Не помню, но я жил дольше многих. Ко мне в помещение машины войти не могли. Доступа не было. Началась стрельба. Шланги полезли отовсюду. Большинство убили в первые секунды. Очень быстро. Они либо пробивали головы, либо ломали шеи. Словно бутылки газировки открывали. Мы бросились бежать, когда лаборант Афанасьева схватил. Солдаты рядом были. Хотели остановить. А тот только удивиться успел. Я в тот момент всякий страх потерял и бросился на робота этого. Очнулся уже мертвый. Мне жаль. Но мы с этими уродами разберемся. Долго зовет. Давайте не сейчас. Так. Долго зовет, куда нам идти на... Точно не сюда. Сюда, что? Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе. Спектр исследований самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. Ёпты-мосты. Что туда спускать мне уже перехотело бы что-то. Музычка такая хорошая. Тихая, расслабляющая. Ну сюда иди. Я поплюю сейчас. Так вот. Так будет с каждым. Коровки в аквариуме видели как-то такое? Она еще и мукает. Сотрудники. Пиздец развели, блин. О, живая коровка. Воздух еду. Это что за Пентиум первый? Это же, о, так это же Хрюша. Хрюша купается. Куры плавают. Воздуха, воздуха, Хрюша. Внимание, нам что-то надо найти. Угу.
Тут какая-то... Вольер. Вольер. Всегда любимый мой замок. Повторяю, если вы получили направление на анализы, пожалуйста, обратитесь в центр тестирования. Что-то на этот раз быстро сильно. Ну тут я был, какого хьяна, говорится. Ближе. Разрешение в 4К.
Нужно вон. Вот, я понимаю, все, да? Это открыто. Напоминаю, храните производственную тайну и не обсуждайте работу дома. Для членов семьи, виновного в распространении информации, также предусмотрены меры пресечения. Посмотрим на компьютер. Порося еще одна. Врата должна быть открыта. Врата. О, привет. Вообще рядом находилось, что-то. Ой, боже.
стандарт на завершение технологического процесса. Производство органической составляющей пыли. Куда оно все утекло? В больницах. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Сохранение данных. Вот это громада. Опять. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось. Здесь выводятся растения для колонизации Луны и планет Солнечной системы, Марса и Венеры. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Нам нужно в рубку управления. Черт. Одни трупы. На стене имеется лазерное реле активации питания. Разберемся. Не привыкать. Ой-ой-ой вас. А пошел ты. Вот это. Заработало. Как наполнить колбу? Колба наполняется криополимером автоматически. А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Подождем лучше тут. Один патрон только, чтобы застрелиться. Башу. Давай быстрее набирайся. Потом потанцуем.
собирался. Что там уже? Слава Господи. Да быть такого не может. Дождались так. Так, валим. Доступ к пестицидному цеху открыт.
Что известно о девчонке Петрову? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал. Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова работает с академиком Сеченовым много лет. Дмитрий Сергеевич не просто там доверил ей одно из наиболее важных направлений в создании коллектива 2.0. Она заменила на этом посту погибшего Харитона Захарова. А это еще? Профессор медицинский. Прославленный нейрохирург и один из двух победителей коричневой чумы. Захаров Харитон Родионович. Ближайший друг и соратник академика Сеченова. Они вместе стояли у истоков предприятия 3826. Очень хорошо, допустим. Но я про Филатова спросил. Талантливый нейрохирург. Ученица и ассистентка товарища Захарова. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница Родины. В общих чертах понятно. Жалко. Симпатично. Не туда. Отлично. Оттаивает березка. Оптимальный температурный режим восстановлен. Где этот пестицидный цех? Думаю, не там. Что-то нас пол так покрасился. Черный. Ни хрена. На этом, наверное, сегодня закончим. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось видео.